Останавливаюсь? Да. Окно даже есть. Кто-то привез сюда бочку и сделал здесь какой-то домик. Тут окно, дверька есть и решетки. Но мы ни разу не видели, кто здесь это сделал. Вообще никого там не видели. Вот такая красота. 5 километров от нашего дома. Это Волга. Живем мы на Волге. Волга, матушка, как говорят. Вот туда, тут надо сходить. Тут везде лес. А мы приехали курочкам камушки собирать с берега Волги. Сейчас спустимся. Красота тут. Интересно, около нашего дома березы еще не распустились. А тут уже почему? Красота! Ну вот как жить в городе, непонятно мне, если тут такая красота. Эх, весна. Страшно. Вот такая у нас тут Волга. Не видно даже конца, края. Рыбаки ругаются. Море, в общем, море. Друзья, всем привет! Сегодня солнечный день. Замечательно, у нас плюс 20. И мы решили сегодня поехать на нашу Волгу. Находится она в 5 километрах от нашего дома. Собрать нашим курочкам камушки. Вот. Как я обещал, сделать им небольшую песочницу с камушками, чтобы они их кушали и улучшали свое пищеварение. Такие дела, друзья. Так что оставайтесь с нами, покажем вам нашу природу и красоту нашей местности. Вот, короче, камешки. Я такие камешки обожаю для куриц брать. В общем, тут и глина есть, и песок. И вот они, такие маленькие камешки. Ну, большие тоже есть. Их убираешь просто. И здесь еще ракушка есть. Угу. Вот она, ракушка. Да. Натуральная. Сколько такой мешок мы покупали, да? Ну, мы маленький мешочек, сколько он стоил? 50? Угу. Такой маленький. Зимой все равно не наберешь. Вот. А если летом набрать, то, ну, и положить, то он стухнет. Тогда, чтобы он не стух, надо его промывать. Ну, короче, летом я брала, осенью брала, зимой купила ракушку. Ну, такой, друзья, прекрасный берег. Скоро можно будет купаться. Отсюда, прямо от воды, практически не видно берег на той стороне. Здесь я... Самая широкая Волга вроде. Да. Вот. Если вон в ту сторону смотреть, там вообще берегов не видно. Там просто такой светлый-светлый лес. Ой, туда далеко там. Не знаю даже сколько километров.
Надо посмотреть по карте, сколько там километров. Красота. Рыбаки тут он уже плавают. Что-то ищут, смотрят. Класс. Мешок сейчас наберем. Ну, мешок их не будем. Ну, да, чтобы не слишком тяжело было. А то у нас машина там наверху, на горе. И придется с горы тащить, ой, на гору тащить этот мешок. Красота. Какие здесь берега. Вон что получает. Вон какая хорошая смесь. До корочек. Друзья, тут у нас возник такой вопрос. Сделать такие красивые дорожки около дома. Вот из таких вот камней. У кого есть подобный опыт, подскажите нам, пожалуйста, как это можно сделать и стоит ли из этого, из таких вот камней делать дорожки. Насколько они будут эффективные. Вот. Как их обработать можно. Наверное, песок нужно, подстилку из песка постелить прежде. Потом насыпать эти камни. Вот. Будет здорово, если вы нам подскажете. Тут их очень много. Завести несколько мешков. Без проблем собрать и привезти домой. Вон камушки привезли. Будут кушать камушки. Раскидывать не надо, они сами разберутся. Нет, они разберутся сами. Водичку вон только надо налить. Выпили все. Большие. Это маранчики. Марана. Ой, там уже прилегли на солнышке. Ага, уже легли. Лежит.